into proteins and yolks. Разделите 4 яйца на белки и желтки. Add 100 grams of sugar to the yolks. К желткам добавить 100 грамм сахара and beat up for 2-3 minutes. Избивать 2-3 минуты. Enough. Достаточно. 120 миллилитров of meat at room temperature. 120 миллилитров молока комнатной температуры. Milk, молоко. Sift 200 grams of flour. Saturate it with oxygen and get rid of impurities. It's about 12 tablespoons with a slide. Просеять 200 грамм муки, насытив ее кислородом и избавив от посторонних примесей. Это примерно 12 столовых ложек с горкой. Add flour in 2 steps. Добавить муку в 2 приема. 10 grams or 1.5 teaspoons of baking powder. Разрыхлитель теста 10 грамм или 1.5 чайной ложки. Baking powder. Разрыхлитель для теста. A packet of vanilla sugar. Пакетик ванильного сахара. Ванила шуга, ванилин. Pinch of salt. Щепотку соли. Melt 50 grams of butter. Растопить 50 грамм сливочного масла. Добавляем в тесто, замешиваем дальше. Finish with a spatula to ensure the butter is well combined. Перемешивать в конце лучше лопаточкой, чтобы все масло правильно распределилось по всему тесту. Enough. Достаточно. The size of my mold is 21 by 21. Размер моей формочки 21 на 21. Lightly grease it with vegetable oil and cover with parchment paper. Слегка смазать ее растительным маслом и проложить пергаментной бумагой. Paper can also be lightly greased with oil. Бумагу можно тоже смазать растительным маслом. Pour the dough into a mold. Перелить чашу для выпечки. Like this. Как-то так. 2 large apples. 2 крупных яблока. Cut them into 2 halves. Now I have a net weight of apples of 550 grams. Разрезать их на 2 половины. Сейчас чистый вес яблок у меня составляет 550 грамм. Cut them into slices of 2 millimeters. Нарезать их дольками по 2 миллиметра. Drop the apples. Опустить яблоки. Melted butter 3 tablespoons. Pour butter on top. Залить сверху сливочным маслом. Bake in a preheated oven at 338 degrees Fahrenheit. That's 170 degrees Celsius for about 35-38 minutes. Выпекать предварительно разогретом духовом шкафу при температуре 338 градусов Фаренгейт. Это 170 градусов Цельсия. Около 35-38 минут. 3 tablespoons of sugar. 3 столовые ложки сахара. Sprinkle sugar on top. Сверху посыпать сахаром. Reduce the temperature by 300 to Fahrenheit. This is 150 degrees Celsius. And send to the oven for 15 minutes. Let it cool. Дайте возможность остыть. Let me try. Давайте я попробую. Incredible taste. Восхитительно. Он такой влажный. В меру влажный.
очень вкусный. Это заменитель шарлотки, даже вкуснее.